Всем привет, с вами Берсик, и в этом видео я хочу показать вам репортаж, который я сняла для вас на мероприятии, связанном с модой и куклой Барби. Дело было во Флоренции, и все подробности вы узнаете из репортажа. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что вас ждет небольшой конкурс на эксклюзивный брендовый подарок. И приятного просмотра, встретимся после сюжета. Мы с вами находимся на выставке «Пяти Бимбо», где собраны коллекции детской одежды от мировых брендов. Особый интерес для нас представляет бренд MSGM, так как он выпустил капсульную коллекцию совместно с Барби. Коллекция, вдохновленная Барби, это нередкий случай в фэшн-индустрии, так как это не просто модная кукла, это еще и вдохновение для девочек тоже быть модными. «Пяти Бимбо» — это международная выставка модной детской одежды. Здесь представители мировой моды, дизайнеры и покупатели проводят переговоры и заключают взаимовыгодные контракты. Это похоже на Toy Fair в Нью-Йорке, только балом правят не игрушки, а модная одежда. Эксклюзивная капсульная коллекция модного итальянского бренда MSGM в сотрудничестве с Барби была представлена в центре павильона MSGM. Это 30 предметов комфортной спортивной одежды, пропитанной модными тенденциями и духом Барби, который, в свою очередь, заключается не в гламуре и обилии розового цвета, как ошибочно думают многие. Кукла Барби сегодня – это символ волевой модной девушки, которая идет в ногу со временем. Поэтому каноничный розовый в коллекции идет в компании с белым, серым, черным и супертрендовым серебристым. Все продумано до мелочей и выглядит стильно, а не приторно-гламурно. Перед нами комфортная яркая одежда для уверенных в себе девочек, которые могут стать кем угодно. Это и есть настоящий дух Барби. Почему Барби решили сотрудничать с MSGM? Барби – это фэшн-икона, и, будучи фэшн-иконой, Барби сотрудничает с разными брендами и разными дизайнерами. В этот раз мы решили, что Барби и MSGM – это идеальное сочетание. И мы очень рады, потому что из этого сотрудничества получилась прекрасная трендовая коллекция одежды, и я уверена, что в России она будет фантастически популярна. И, конечно же, во всем мире, потому что бренд MSGM представлен во многих странах, и мы надеемся, что коллекцию ждет успех. Можете показать свою любимую вещь из коллекции? О, да, я рада, что вы спросили меня об этом, потому что я особенно люблю эту вещь. Мне кажется, она фантастична. Здесь очень хорошо подобрана ткань. Тут сеточка, что выглядит довольно необычно. И MSGM очень выгодно использует этот материал с принтом. Это тоже моя любимая вещь. О, да у нас с тобой одинаковый вкус. Еще одна вещь, которая мне нравится, это вот это. Она довольно необычная из-за этих вставок. Да, и бантик внизу. О, я рада, что у нас с тобой примерно одинаковый вкус. Но я бы сказала, что мне нравится все. Коллекция состоит из 30 вещей, и все они очень-очень милые. И, кстати, моделям, которые примеряли на себя вещи, они очень понравились. Девочки придут чуть позже, и вы сможете сами спросить у них. Окей, спасибо большое. Что вдохновило вас на создание коллекции? Мы с Массимо Жоржетти, основателем и главным дизайнером MSGM, решили создать эту очень современную капсульную коллекцию. И нам очень понравилась идея сделать спортивную одежду, которая сейчас особенно в тренде. И Барби для детей – это очень важная фигура. То есть все начиналось с определенной идеи, и в конце мы были очень довольны результатами и получившейся коллекцией. Что, по вашему мнению, привлекает девочек в коллекции? Я думаю, дело не в идее Барби, какой ее привыкли воспринимать – платье, рюши. Это идея чего-то свежего, крутого. Мы старались создать что-то особенное. Я думаю, девочкам должно понравиться. К тому же сегодня все занимаются спортом и хотят быть в тренде. Так что в этом основной посыл, почему мы решили создать все это. Какая вещь в коллекции нравится вам больше всего? Есть такая? Да, их много. Мне очень нравятся вещи с этим лого.
И еще вот эта вещь, пожалуй, самая необычная. Это курточка со встроенным рюкзаком. Оу, тут даже есть рюкзак? Здорово! Так что эта вещь довольно особенная. Вещи из коллекции будут продаваться в России? Конечно, конечно, да. Мы хорошо представлены в России, в Азии. И мы надеемся, и я уверен, что мы получим хорошие отзывы от наших клиентов и людей, и, конечно же, детей. Думаете, девочки в России захотят выглядеть как спортивная Барби? Да, я думаю, да. Сегодня у Барби новое лицо. Она стала более крутой и современной. Ей все еще присущ романтично розовый, но образ более модный. Да, я думаю, им понравится коллекция. Спасибо вам большое, и я думаю, что коллекция действительно удалась. И вам спасибо. Здорово, что к презентации присоединились юные модели в одежде из этой линейки. Одна из них принимала участие в съемке для каталога и действительно выглядит как маленькая куколка Барби. Нам очень нравится коллекция. Во-первых, потому что она связана с Барби. А еще потому, что она очень удобная. Мы можем прыгать, танцевать и чувствовать себя очень свободно и красиво. В 4 часа вечера началось пресс-мероприятие. Коллекцию представили наиболее влиятельным фэшн-журналистам, в том числе из Vogue, Elle и Milk. Гости ушли с мероприятия не с пустыми руками. Подарок от бренда – это миниатюрная копия двух предметов одежды из коллекции, созданных специально для куклы Барби. Я очень рада, что смогла взять вас с собой на презентацию этой коллекции. Надеюсь, вам, как и мне, было интересно. Лично мне очень понравились вещички, и многие из них я бы надела на себя, если бы был мой размерчик. Пусть Барби и вообще куклы вдохновляют вас тоже быть модными и красивыми. Надеюсь, вам понравился мой репортаж, и сейчас давайте рассмотрим тот самый подарок, который мне вручили на мероприятии. Это вот такая черная тканевая сумка, на которой написано «Barbie by MSGM Kids». Внутри нее находятся две брошюры. А также наклейки с тем же самым логотипом, что и на сумочке. На брошюрах тоже есть логотипы, и на ощупь они, кстати, очень-очень мягкие и приятные. Одна из брошюр – это источник информации о коллекции, о дизайнере, о задумке. В общем, здесь много-много текста. И, наконец, вторая брошюра, которая представляет для нас с вами особый интерес. В ней находится как раз-таки аутфит для куколки. Обратите внимание, что она на магните. Очень прикольно открывается и закрывается. Аутфит состоит из свитшота и леггинсов. И давайте примерим его на куклу, посмотрим, как он будет на ней смотреться. Мне кажется, что он очень здорово смотрится на кукле, очень ей идет, учитывая то, что вообще это барби-ёшка, то есть спортивная, и этот стиль тоже такой спортивный, и смотрится на ней очень-очень здорово. Кофточка выполнена из плотного материала, хлопкового. Она действительно такая плотная, как свитшот. На передней стороне вы можете увидеть принты букв MSGM, то есть это название итальянского бренда. Леггинсы выполнены из другой ткани. Она стречивая, тянется и немного прорезинена. Леггинсы трех цветов – черный, персиковый и розовый. И пришло время поговорить о небольшом конкурсе. Специально для вас я попросила у организаторов еще один комплект одежды, а их количество, между прочим, строго ограничено. И, соответственно, этот костюмчик достанется кому-то из вас. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше этого комплекта, вам нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео и написать какой-нибудь комментарий. Победный комментарий будет выбран случайным образом. Только, пожалуйста, пишите по теме. Расскажите, например, как вам коллекция. Стали бы вы носить такое? И если да, то какой предмет одежды из показанных вам понравился больше всего? Результаты этого небольшого giveaway появятся первой строкой в описании этого видео 12 июля. Спасибо, что посмотрели это видео и побывали со мной на этом мероприятии. Напоминаю, что вся одежда, представленная в этой коллекции, также будет продаваться в России. Чаще улыбайтесь, любите котиков и будьте модными. Всем пока-пока! Yeah.